Ух ты, хороший. О, оторвал. Догнул глаза. Бля, какой дёрган. Хватит нас тягать, лодку тягает туда-сюда, меня заворачивает. Так, ребят, всем привет. Много не снимал поездку. Времени мало. Сейчас выплыли на точку. Сейчас будем насаживаться. Ага, мои черри. Какие твои? Это не твои. Это мои навозники. Встали на точку. Сегодня упор на сомика. Там вот рачок лежит сейчас. Немного закину на червя. Наверное, два спиннинга. И один спиннинг на раковую шейку. Поймали рачков с берега, походили. Из-за этого и время у нас ушло. Опа. Еще ветерок какой-то раздувает. Прям неплохой такой. Сегодня будем искать новые места для ловли. Хватит нам по старым плавать. Оба. Оснастка все та же. Тут у нас ямка недалеко. Кидаем в ямку. Ребят, выплыли на берег. Надо насобирать рака на утро. Ну, на прикормку. Вот так вот ходишь. Просвечиваешь фонарем. Вот он. Вот такой вот даже съесть можно. Сейчас чуть поднасоберем. Много змей. Было две поклевочки такие. Достойные, но ничего не подсек, ничего не вытащил. Вот, ну, ребят, первый есть. Ничего, да. О, ну-ка, друг, подсак возьми. Подожди, не тяни, не тяни. Друг. Ух ты, хороший. О, оторвал. Да, ребят, поклевочка была хорошая. Ничего, нифига, ничего не было. И на рака пробовали, и на червя. Вообще и поклевок толком-то и не было. Ребята, у Илюхи поклевочка. А я перезакидываю. Че, червь это у тебя? Да хорош, хорош. Ты гля, гля, гля. Трофей, трофей. Дождался. Вообще стоит. Да ты его подсек. Он вообще не двинулся. Да, двинулся. Хороший. Лё, лё, лё. Вот он, друг, трофейчик твой. Оба. Дождался ты его. Давай хоть ты сегодня трофей не упусти. Я своего сегодня упустил. Куда ты его повел? Деловой он у тебя какой. А что, фрикцион не хрустит? Чуть не поднимается. Не, нормально выкидывает. Волнишку создал. Хороший ты, бля, там. Угу. Ну, нормально.
возьмешь? Оба. Немножко его он делает. Эх ты, груз завел. Скажи, что он больше так не делал. Три с половиной будет где-то. Спрашивали ребята оснастки. Вот она, оп. Спиннинги тест до 100 грамм, 2 метра. Но они уже поломались, кончики. Вот сегодня еще один кончик поломался. Чисто для лодки я их брал. Придется отчикать один конец, ну, до кольца, и все, в принципе. Они уже у меня все такие, вот сегодня последний доломался. Катушки с Алиэкспресс стоят некоторые. Плетенка с Алиэкспресс. Крючки у меня, номер, по-моему, восьмерка. В принципе, думаю, ответил. Готов сидит. А? Он сам. Кукуруз? Не, червь. Куда ты повел. Подымешь это теперь? Кого поднять? Давай, никого. Да все, никого. Не сильно большой. Это нормально. Хорошенький. Ну да, такой же. Бля, какой дерганый. Не зашел. Дом. Ну вот он, ребят, мой. Хоть один сошел. Одного взял. Тебя все слышали. Товарищам. Да, ребят, что вот успевает взять. Червя не объедает, если то берет сазаник. Ну так, ничего. Достойно, приятно было. Кусочки собираю, понял? И живые, главное, половиночки вот эти всякие. Thank you.
Че, зацепил что? О, лещ. Лещ. Лещишка, ребят. Мне лещ не нужен, ты будешь брать? Да, да, давай. Ох ты ж, я забанов не знаю. Не, прикинь. Как так, блин, опять? Опять, ребята, Илюха решил проверить. А у него сидит там и глю-глю-глю какой. Ё-моё. Бля, лодку развернул. Самец сидит. Ну, хоть не зря всю ночь мы тут болтались по этой волне, блин. Толком не поспишь, ноги затекают, блин. Вот это, да? Просто. А подожди, не подни. Вот так вот давай. Зачем? О, нормально. Чуть поболят его. Ой, куда ты пошел? А, леску намотал. Подними-ка. Еще были вопросы, типа спиннингов много ставим, но я обычно 3 ставлю, это в принципе самое нормальное. Ой, чуток, дома. Ну вот такой нормальный. Ну, карась, сюда у тебя там в садок уперся? Это я его так посадил. Ага. Ух ты, ты чё ж так? Ну все, что насаживал, то зря. Что-то, ребят, такое дикое. Только сейчас закинул. Сошло, что ли? Прям ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Лещ так поклевывает. Жалко, только что я перенасадил. Ух ты, как давит. Карасик. На леща было похож поклевку. Ну, хороший хоть. Да ну тебя нафиг. Хорошо заглотил. Зараза. Всего червя испортил. А что, ты брал его? Еще вопросы были по поводу насадки. Ну, насадка обычно бутерброд, это означает червь кукуруза, червь земляной, и такой бывает постоянно, навозный. Вот такие вот насадочки. Сегодня вот решили раковую шейку попробовать, ну, ночью постояли на сомике, ну, нет его нифига. Будем что-то новое искать. По поводу комплекта также. Лодка 3.10, фрегат с паёлами, 3 отсека. Обычная лодочка, нормальная такая. Вот такие вот у нас комплекты. Что-то еще спрашивали. Буду сейчас отвечать на вопросы. Нет, видео. Потому что в комментариях, ребят, не успеваю вам ответить. Вы пишете, читаю их. Но всем не смогу уж, извиняйте, ответить. Сейчас вот перезакинулся последнего червя. Ждем поклевочку. На кукурузу? Смотрите, ребят, какой это кайф. Заметили, наверное, часто ездим на такую рыбалку, но посмотрите на поплывок, ничего не клюет. Сейчас у нас вот такая вот рыбалочка. Сейчас через месяцок хищник пойдет. Да и такой кайф с лодки тягать сазана. Смотрите, как удилище просто гнется. Я встал и все. Тихо там. Слышит. Предупреждает своего.
куда нас потащил. Покажись. Не хрустнет спинка. Это то, что мягкий. Непонятно. Должен быть нормальный. Бульбаш. Показывать не хочет. Хватит нас тягать. Лодку тягает туда-сюда, блин, изворачивать. Трофейная сегодня рыбалочка. А самое главное, ребят, не на платнике. Кто не любит рыбалить на платнике, напишите комментарии. Будет интересно. Ух! Вот такой же, да? Ага. Нет, мягкий просто не могу поднять сам. Будем проверять свой, но это поменьше, да? Да, это садок. Заявленная двушечка. Ну, хоть так, да? Друг, помоги. Держи натяжку просто. Да, блин. Если бы. Все. Сошел? Да нет. А, тут кто-то. Не сазанчик. Без матов. О-о-о-о-о-о. Какой лещарь. Ух, какой, ё-моё, вы поглядите, у него что-то еще с этим. Ой, и бля, красавчик, червячок остал. Смотрите, какой. А у тебя кто там? Карасямбрик. Так, а мне еще там кто-то сидит, надо закинуть. Давай, открывай. Бля, ребят, такого давно не ловил. Да и вообще леща толком. Крупного не ловил. Такого, ну, жареху можно пустить, да? Или горячего копчения. Для горячего копчения, да. Мы делали недавно. Так, сейчас, подожди, друг. Вот тут у меня кто-то. Кто там у меня? Карасямбрик. Ну да. Закидывать? Ну давай ты мне все испачкай. Оба. Давай. Нормальный приход в садок. Что-то пока затишка. Даже не объедает. Решил, ну так, ради интереса, ну, сделал такую же оснастку. Маленький крючочек. Сейчас мы вот тут прям перед лодкой отпускаем. Один раз я так ловил. Ловилась довольно крупная плотвичка. Оба. Так, натяжечку сделаем чуть. Так, все, не мойтесь. Меняем, ребят, технологию. Теперь я буду сверху ее кидать. На дно поопускал, нифига там никого на дне нет. Оба. Оба. Чуть подтягиваем. Ну я дынь. Ага, видал? Серуха. Эх ты. Да, парика или это. Слышь, надо эту. Кукурузку небольшую попробую. Сейчас какая-нибудь это. Вот она. Вот таз больше была, да?
Нет, косноперочка, смотри. Ага. О, я нашел себе занятие, если не клюет. Сейчас верхоплавку будем кормить. О, зачет, друг, сфоткай меня. Висит-то, блин, это. Мужики угорают. Да пускай такую попробуют, поймают. Один я только до этого додумался. Но теперь все мои подписчики знают. Много червячка нам. Сейчас я знаю, вот тут крупная будет. Много. Взял красотку. Тихо, тихо, тихо. Жареная, вкусная? Я не буду одну брать жарить. Где мы? А, в этом. В Лобатине мы были на зиму. По воде набрала такая здоровая. А, ну да, на прудах бывает она. Карась сбоку висит. Хороший, надо будет взвесить, сколько он примерно. Кайфули, кайфы, кайфы, кайфули. Ну все, на берегу сложились, водку сложили, рыбку положили. Видали, как удобно, сумочка? Вот такие вот сазаньки. Весы достал, короче, батарейка села. Ну вот они. Ну где-то 3,5-3,700 примерно такие вот они все. Я одного поймал и один сошел. Ну, сошел достойный. То, что оторвал, мне давно не отрывало. Видели до этого видео. По 5-6 таких тягали и не отрывалось ничего. Всю ночь просто так посидели. Все-таки, наверное, больше не будем ночью ездить. Вот такие вот дела. Ну все, ребят, оцениваем видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Блин, уже путаюсь. Подписывайтесь на канал на рыбалку.